Воронежский государственный университет – это в первую очередь наука. И очень важно то, что ректор вуза – это не просто руководитель, а работающий, пишущий профессор, возглавляющий серьезный творческий коллектив от маститых профессоров до талантливых аспирантов. Совсем недавно мы отметили такое событие, как продажу полностью всего выпуска книги «Финансовый менеджмент». Впервые эта книга в таком формате, такого объема с грифом учебно-методического объединения вузов появилась здесь, у нас в университете, появилась на нашей кафедре. Тираж этой книги, он буквально за несколько месяцев был распродан. И мы выпускаем в Москве, это все книги, которые здесь будут представлены, выпускаем в Москве новое издание, переработанное, дополненное, откорректированное издание. И на это издание мы уже получили гриф Министерства образования и науки. Московские издательства часто соперничают за право издавать учебники, написанные преподавателями Воронежского университета. Да и для студентов-экономистов Яндовицкий ДА – просто фамилия на обложке учебника, по которому приходится сдавать сессии. Мы надеемся, что выйдем и на третье издание, потому как из различных вузов Российской Федерации из-за рубежа, в том числе из дальнего зарубежья, поступают заказы на эту книгу. Мне очень приятно говорить о книге «Малое предприятие. 5 в одном», потому как вот эта книга, она не имеет учебную, такую учебно-методическую направленность, как учебник по финансовому менеджменту. И это не монография научная, это не научное издание, это практическое пособие. Книга стала буквально хендбуком для практиков, которые занимаются организацией малых предприятий, которые занимаются созданием малых инновационных предприятий. И мы в этой книге описали всю технологию от создания малого предприятия, регистрации малого предприятия, ведения учета, налогообложения, экономического анализа до ликвидации предприятия, до уровня, там, допустим, получения кредита в банке. Молодежь – это наша надежда, это наше будущее. Показать историю успеха, потому как большинство, подавляющее большинство из авторов этих книг выросли от студента до магистра, аспиранта, докторанта и добились, ну, в буквальном смысле, очень высоких побед в жизни и большого успеха.